французский министр иностранных дел и председатель ЕС господин Кушнер выразил недавно озабоченность, что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь, как база российского военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Вы сказали следующей целью. У нас не было и здесь никакой цели. Поэтому считаю говорить о какой-то следующей цели некорректно. Это первое. Вы это исключаете? Если вы мне позволите ответить, то вы будете удовлетворены. Значит, Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом.